нас ежегодно проводится уже 6-я конференция по международному гуманитарному праву, но первых 4 года мы ее апробировали на вузах Республики Беларусь, и с прошлого года мы ее сделали международной. То есть мы приглашаем к участию студентов, которые могут презентовать свои работы, научные работы на тему международного гуманитарного права из российских вузов. И география расширяется. Если в прошлом году только московские вузы выступали, то сейчас у нас уже и самарские, и саратовские вузы Российской Федерации присоединились. Сегодня мы будем рассматривать больше 30 работ. Это на самом деле очень здорово. Это видно, что на самом деле очень интересно и актуально. В этом году мы уже смотрим, что есть работы по защите эмблемы. Мы видим, что есть работы по безопасности женщин, да, в результате военных конфликтов. Мы видим, что есть работы по кибербезопасности в том числе. В первую очередь, это очень хороший стимул для студентов белорусских, российских вузов, потому что это уже научные работы, они будут засчитываться при их дальнейшей учебе. Конечно, очень интересные работы, они будут отмечены дипломами, это на самом деле так, потому что есть просто великолепные вещи, и ты понимаешь, что вот этот студент, конечно, это будущее вуза, будущее той профессии, которую он выберет.